Друзья, в продаже у нас три трактора. Два кировца К-701. Собирали мы их с рамы именно на продажу. И один трактор ХТЗ Т-150. Собирали мы его тоже с рамы. Полный капитальный ремонт провели. Движок сюда мы установили шестерку вместо СМД. Установили новую резину, новые диски. Сделали полный капитальный ремонт мостов. Сделали капремонт рамы трубы шарнира. Капремонт гидроцилиндров. Капремонт коробки. Радиатор здесь установили новый, полностью вся новая электрика. Новый аккум, капремонт кабины сделали. Правда, вот тут у нас потекло. Ну, кабина была, она вся ржавая, но где было ржавое, мы все это уже срезали. Изготовили с нового металла. Вот так вот мы ее обшили перфорированной кожей. То же самое и сзади. Вот как вот обшиваем 744 трактора. В принципе, все то же самое мы ее обшили. Такие вот сиденья новые изготовили. Камазовские дворники спереди. Такая же система, как и на 700-701. По облицовке крылья заказывали мы. Крылья новые стоят. Облицовка радиатора новая. Капот свой родной остался. Ну, контейнер АКБ новый. Дальше по навеске. Навеска здесь от Капиталина. Ну, в принципе, такой вот трактор по электрооборудованию. Все новое. РВДшки тоже здесь все новые. Что касаемо цены, цена 3 миллиона без НДС, друзья. Дальше. Это у нас 701 собран в этом месяце. Это мы собирали осенью. Резина у обоих новая. Белка пятислойная усиленная. На этом тракторе мосты простые, не усиленные. На этом тракторе мосты уже идут усиленные. Дальше по радиаторам. Радиаторы у обоих новые, двухрядные. По движку полный капитальный ремонт двигателя. Цилиндропоршневая группа новая. Коленвал здесь идет R1, друзья. На данном тракторе идет новый. Тоже цилиндропоршневая группа новая. Стоит новый МЗН и на этом тракторе, и на этом тракторе. Стартер после капремонта у обоих. Новый компрессор. Новый генератор на 24 вольт. По электрике у обоих все то же самое. Вся новая на 24 вольт. Фары все то же самое, одинаковые камазовские. Облицовка у обоих новая. Выхлопная и воздушная система. Все стандарт. Баки у обоих новые. Гидробак капремонт и на том, и на этом тракторе. Тормозная система у обоих модернизированная. Стоят энергоаккумуляторы и ресиверы от КамАЗа. Также в салоне установлен в обоих ручник стояночного тормоза от КамАЗа.
У обоих тракторов новая навеска. Тут уже бортовая усиленная. По гидроцилиндрам гильзашток у обоих новые, что гидроцилиндры поворота, что гидроцилиндры навески. Коробка нового образца, корпус фильтра снаружи. На этом тракторе то же самое. Установлен кондиционер. И на этом тракторе то же самое, установлен кондиционер. Двери у обоих тракторов нового образца. Двери новые. И у обоих высокие сиденья. Вот такие вот двери. Новый замок. Система тут. Форточка сдвижная, стеклоподъемника нет. Вот такие вот у них в обоих сиденья новые. По высоте тоже все это регулируется. Вот у него регулировка. Можно также вперед-назад. Новая рулевая колонка. Тоже все регулируется. Камазовская гитара. Приборка вся новая. Сам корпус покрашен в цвет трактора, на том уже идет черная. Кондер. Дворники камазовские, так что с расходниками проблем не будет. Самая надежная система дворников. И спереди тоже камазовские дворники. По системе многие еще раз написали, покажи. В роликах не... Либо в роликах надо искать. Вот Г-образный кронштейн, и вот эта рейка на 10 сантиметров укорачивается. Вот, в принципе, это вся система установки. Ну и вот он, ручник камазовский. Обшито тут ДВП утеплитель сверху эко-кожей. В дверях то же самое. И по кругу то же самое. Снизу идет утеплитель 1 сантиметр и резинка уже. Дальше подкачка камазовская из салона, и глушилку отсюда уже перенесли сюда. На том тракторе все то же самое. Трактор 97-го года данный трактор. Тот трактор надо посмотреть. Ну давайте для интереса пройдемте посмотрим. Данный трактор у нас хотели самарский взять, что-то у них по деньгам не получается. Этот трактор у нас 99-го года. Ну вот то же самое сиденье, также ручник и управление климатом, кондер. Те же самые дворники. Ну, в принципе, это все то же самое. Сам испаритель уже на крыше. И на том тракторе испаритель тоже на крыше, друзья. Приезжайте, смотрите. Запуск. Все это проверите, покатаетесь. Посмотрите. Доставка в регионы. Также у нас гарантия полгода, друзья, на данные трактора. При условии, что в Поволжье живете. Это
Это Башкирия, Самарская область, Оренбургская область, Ульяновская область, Кировская область. При условии того, что мы выезжаем на техобслуживание. Первое техобслуживание ТО 50 моточасов. Потом каждые 2 месяца масла, фильтра вам уже не нужно будет заморачиваться. Это мы все уже будем привозить свое, менять, обслуживать. Так что, друзья, в беде вас не оставим. Не дай бог, конечно. Но в год из 35 тракторов все-таки 2-3 трактора бывает. Ничто, не могу так сказать, что у нас все трактора не ломаются. Бывает 1-2-3 трактора подводят. Бывает, что запчасть какая-то некачественная подойдет. Вот говорю же, из 35 запчастей может быть одна запчасть никудышная. И то это в основной части по коробке или по мотору. По мостам всегда все в порядке. Что касаемо гарантии, гарантия распространяется на движок, на мосты и на коробку. Полгода гарантии достаточно, чтобы уже трактор испытать. Если он будет ломаться, он будет ломаться сразу же. Покажет, где там какая запчасть вышла из строя. Поэтому, друзья, милости просим, приезжайте, смотрите, выбирайте. Данные трактора у нас в феврале 6 миллионов, без НДС. Уже с 1 марта цена будет 6,5, друзья. Потому что идет удорожание на запчасти. Также идет и удорожание на свет. Тоже свет увеличился. Индексация зарплаты прошла. Поэтому, друзья, многие спрашивают, почему цена дорожает. Металл же российский, все дела. Тут дело не в металле. Дело самой уже индексации. Увеличивается зарплата. Соответственно, увеличивается и оплата за потребление электроэнергии. Сами видите, сколько у нас станков, сколько рабочих, сколько налогов. Соответственно, индексируется зарплата, увеличиваются налоги. Все это с этим связано. Ладно, друзья, на этом видео я завершаю. Номер телефона я укажу в описании. Кому интересно, обращайтесь, звоните. Бронируйте. Потому что в продаже трактора уже до июля месяца ничего не будет. Это вот единственное, что у нас до июля есть на продаже. На этом я видео, друзья, завершаю. Спасибо, что смотрите. У нас потихоньку металл привозим. Строим новый цех на 1000 квадратов. Вы говорите, все мы дорого-дорого продаем. Да, продаем дорого. Маржинальная часть у нас идет на закупку станков, обеспечение рабочих мест, строительство новых цехов. Поэтому, друзья, работа стоит этих денег. Это все на благо общества. Вот мы здесь строим цех. А 1000 квадратов выходит она у нас. То есть получается, стена будет вот отсюда. Здесь первый столб. Второй столб вот там, где этот трактор стоит. И тут протяженность до забора. Тут будет новый у нас
Большой цех. Ну, примерно по расстоянию то же самое, как вот этих два цеха. Ладно. Всем пока, друзья. Спасибо, что смотрите. Давайте, пишите в комментариях. Звоните, покупайте трактора. Будьте уже готовы к сезону. Тянуть 300 лошадиными силами уже ваши агрегаты. Пока-пока.